склады боеприпасов ядерных в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, в шести странах находится их ядерные боеприпасы. Долгие-долгие годы. Мы это не сделали. Но мы должны быть готовы. 41-й год, когда мы думали, что, ну, верили. Поэтому мы верим, но мы должны порох держать сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что тут Путин захватил Беларусь, что хочет, то и делает. У нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств. Мы абсолютно здраво, трезво понимаем, что вокруг нас происходит. И лучше им показать, что может быть, чем это случится. Нам эта война не нужна.